Пистолет Вендетта – новинка на рынке травматического оружия. Вы, наверное, догадались, что внешне он полностью копирует Танфолио Инна. Но, конечно, это уже не Танфолио, это новая модель Вендетта. Калибр ее остался прежним – 9 мм ПА. Емкость магазина ограничена в соответствии с законодательством 10 патронами, ну а дульная энергия 91 джоулем. Посмотрим, что этот пистолет может. Я произвел 10 выстрелов в мишень. Мы сейчас пойдем и посмотрим на результаты стрельбы. Затвор остался в крайнем заднем положении, встав на затворную задержку, отработав все 10 патронов. Органы пистолета, орган управления пистолета такие же развиты, как и у Танфолио Инна, то есть фактически это та же самая модель, выпускаемая в России. Пистолет имеет ударно-спусковой механизм двойного действия, что позволяет производить выстрел как со взведенного курка, так и самовзводом, нажатием непосредственно на спусковой крючок для первого выстрела. Стреляные гильзы выбрасываются вправо-вверх. Удобный предохранитель, который позволяет заблокировать пистолет большим пальцем правой руки. И точно так же развитая площадка позволяет снять предохранитель движением вниз. Развитая площадка затворной задержки позволяет удобно манипулировать ей во время стрельбы. Кнопка сброса магазина находится на левой стороне рамки. Она расположена достаточно удобно. И работа с извлечением магазина весьма проста. Рамка пистолета Вендетта выполнена из полимера, это ударопрочный полиамид. Ствол и затвор, и, естественно, целиком ударно-спусковой механизм выполнены из стали. Также пистолет имеет интересную особенность, это блокировка ударника, то есть это дополнительная защита от случайного выстрела. Выстрел из пистолета Вендетта может быть произведен только в том случае, когда спусковой крючок выжат до конца. В любом другом случае, будь то срыв курка с боевого взвода или какой-либо удар по ударнику, он не сможет достичь капсуля патрона по той простой причине, что в нем применен система блокирования ударника. До полного нажатия на спусковой крючок выстрел из пистолета невозможен. Вот такая модель. Пойдемте посмотрим, что у нас получилось на мишени. Посмотрим на мишень, которую мы отстреляли из пистолета Вендетта. Целился я непосредственно в альфу, букву А. Все попадания легли выше точки прицеливания. В общем-то, оно и понятно, стрелял я достаточно бегло. Отдача хоть и незначительна, но тем не менее ствол у пистолета немножко задирает. Для дистанции 5 метров подобная кучность вполне достаточна. Давайте посмотрим теперь на тыльную сторону доски, что мы здесь с вами увидим, что у нас все пробития, кроме одного, прошли насквозь фанеры. Фанера 10 мм. В данном месте находится достаточно плотный сучок, поэтому пуля с дистанции 5 метров, скорее всего, не смогла пробить данный лист. Опять-таки, использование пистолета Вендетта говорит о том, что данное оружие с его кучностью и приличной мощностью вполне достаточно для целей самообороны.